С момента обретения независимости госпредприятия «Кыргызтеміржолу» впервые за собственные средства закупили 100 единиц полувагонов. Первая партия уже сегодня прибыла с России. Их грузоподъемность составляет 70 тонн. Этими вагонами мы будем перевозить любой сыпучий груз, начиная от угля, заканчивая сахарной свеклой. Любые, которые вот сыпучий груз можем перевозить. Так, пока планируем до первого квартала 2022 года завести все 100 полувагонов. Полувагонный железнодорожный грузовой вагон, предназначенный для перевозки грузов, не требующих защиты от осадков. Стоимость одного составляет от 50 до 55 тысяч долларов. Цена соответствует качеству, заверил коммерческий директор российской компании «Алтайвагон», у которой были закуплены полувагоны. Данные вагоны, во-первых, они увеличены грузоподъемностью и кубатурой. То есть, если говорить на обычной тележке, это у нашего завода самая большая кубатура и грузоподъемность в одном. А данный вагон отличается повышенным качеством, а вагон практически не ломается, это бывает очень редко. А кроме того, то есть вагон новый, соответственно, он отходит 22 года свои положенные, и мы там полностью будем исполнять свои гарантийные обязательства. Выступая на мероприятии по случаю прибытия полувагонов, зампредседателя Кабмина Азиз Алиев заявил, что президент Республики Садыр Жапаров поставил перед руководством госпредприятия задачи по реформированию Кыргызтеміржолу, предотвращению и искоренению ранее существующих коррупционных процессов. Азиз Алиев подчеркнул широкий потенциал железнодорожной отрасли и отметил, что за короткое время благодаря раскрытию коррупционных схем госпредприятия Кыргызтеміржолу добилось хороших результатов. Он утверждает, что впереди планы по замене не только грузовых, но и пассажирских вагонов. С начала года, вот как новое руководство начало работать, прибыль Кыргызтеміржолу достигла 1 600 000 000 сомов. Вот, и именно за счет прибыли смогли начать закупку вот этих полувагонов. Состояние пассажирских вагонов также требует обновления. Сейчас поставлены задачи перед Кыргызтеміржолу также произвести закупку новых вагонов, пассажирских вагонов. И мы надеемся, что если дальнейшая позитивная динамика продолжится, будут сформированы новые ресурсы, и, конечно же, государство будет помогать. Мы рассчитываем предоставлять финансовую поддержку для обновления пассажирского состава также. Азиз Алиев отметил, что кабинет министров намерен и дальше поддерживать реформы в Кыргызтеміржолу в целях модернизации состава, приобретения новых локомотивов, пассажирских вагонов, соответствующих современным стандартам. В предстоящие годы будут проведены большие реформы. Мы работаем над проектом строительства новой железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан, что позволит предприятию выйти на международный уровень и обеспечивать транзитный коридор для международных грузов. Ведется работа по строительству железной дороги Балыкчы-Кочкор, Каракичи, добавил он. У госпредприятия Кыргызтеміржолу имеется порядка 350 вагонов. Все они служат Кыргызстану советских времен, но прошло уже более 30 лет. Большинство из них устарели. К примеру, этот вагон служит Кыргызстану с 1988 года. Снаружи появились уже ржавчины. Через год или два он уже выйдет из строя. Эти вагоны уже устарели, они работают только внутри Кыргызстана, то есть не могут уже выходить за пределы Кыргызстана. То есть срок службы их уже истек. У них мы перевозим только по внутри Кыргызстана свеклу, уголь, рыбачий, то есть до этого, до ТЭЦа. Так основных так работы он не выполняет. Сейчас новые вагоны мы купили Кыргызтеміржолу, за 30 лет она купила за свой счет, получается. А теперь они могут за границу выезжать, то есть у нас грузоперевозка уже больше станет.
Всего «Кыргызтемиржолу» закупают у российской компании 100 полувагонов. Прибытие остальных ожидается в первом квартале нового 2022 года. Помимо приобретения полувагонов, госпредприятия в этом году также закупили и рельсы протяженностью 20 километров на собственные средства. Как отмечают в «Кыргызтемиржолу», все это благодаря мерам по устранению коррупционных схем. На оставшиеся финансовые средства госпредприятие в ближайшее время планирует построить собственный завод по производству шпал и рельсов. Наргиза Нурмаметова, Джантай Макенов, «Пирамида».